Приветище! Это Trailmakers, и это означает, что сегодня мы будем заниматься конструированием всякой разной техники. Как ты помнишь, мы находимся с тобой на вулкане, на этом огроменном, пылающем и жарком месте. В прошлой серии мы уже забирались в жерло вулкана. Мы знаем с тобой, что там находится самый мощный двигатель, который нам понадобится для того, чтобы убраться с этой планеты, но достать мы его не можем, к сожалению. А также, почитав комментарий, я понял, где находится магнит. Оказывается, нам нужно с тобой вернуться на начальный остров. Вот этот остров, Мягкие луга он называется. И рядом с ним есть еще один остров, на котором должен быть магнит. Скорее всего, это вот этот вот торчащий кусок. Что ж, пришло время вернуться туда, откуда все началось. Но пока я готовлюсь к пуску, не забудь поставить лайкос и, конечно же, подписаться, если ты еще не подписан. Итак, обратный отсчет. 3, 2, 1. Поехали! Не совсем мягкая посадочка. Боже мой, дрончик, остановись. Спасибо. Короче, мы вернулись. Мы снова на первом острове. Там, где мы очутились изначально. И как ты помнишь, на этом островке мы не достали всего лишь один обломок, который находится вон там. О! Нифига себе, там сколько наверху у нас еще летающих островков. В принципе, я туда могу долететь, но это будет слишком долго. Короче, наша сейчас с тобой задача — взобраться на вершину этого каменного отростка. Ищем поляночку поровнее. Где здесь? Вот это вот место вроде поровнее. Тут какие-то каменные кактусы. Что это такое вообще? Я сквозь него прохожу. Надеюсь, это не заразно. Ладно. Где мой дрон? Ой. Прям на шляпу мне приземлился. Ну что? Я думаю, сложности не должно возникнуть. Поехали! Воу, вот это сальтуха. Нам сальтухи не нужны. Я не экстремал. Я простой космонавт. Вот он, этот обломочек. Сейчас. О, черт, это сложно. Сложнее, чем я думал. Фух. Ну, как обычно. Я мастер посадок. Так. Значит, скидываем вот этот блок. Давай, шуруй вниз. Капец тяжелый. Давай. Футбик. Так, давай. Чуть-чуть еще. Не скидывается, прикинь. Не скидывается. Ты чё, наглец? О, вот так-то лучше. Так, теперь нам нужно спуститься. Ну, думаю, спуститься-то я смогу. Оп. Тихонечко. Опять немягкая посадка. Что ты будешь делать? Ладно, перехожу на колеса. Колеса! Дайте мне колеса, спасибо. А, блин, а как я этими колесами? Хотя, в принципе, чё? Довезу. Буду толкать своей кормой. Вот таким вот образом. Кстати, обломок оказался обычным энергоблоком. Официально заявляю, что мягкие луга зачищены от обломков. Говорят, рядышком будет островок. А я такой смотрю, там островок, там. Да тут их, блин, 6 штук. На каком из этих островков есть магнит? Ладно, походу придется попасть на все. Оу, ты посмотри, там в воде еще куча. Ой-ой, сейчас упаду. Черт, не надо падать. Не надо, держимся. Двигатели, не подведите меня. Ух! Смотри, короче, там в воде еще обломки есть. А наверху, вон, там тоже обломок есть. И есть дрончик. Значит, сколько монет. Сколько денег. Это не обломки, это деньги. Деньги я люблю, хотя нет, обломок там тоже есть. Сейчас залетим. Давай. А, черт, ну нет! Попыточка номер 2. Залететь на этот островок. Давай. Чуть-чуть. Есть! Вот это я называю мягкой посадочкой. Ничего не отвалилось. Шикарно. Итак, посмотрим, что у нас тут есть. Значит, 3 монеты и 1 обломок. Я думаю, что нам здесь поможет наш погрузчик. Потому что обломок лежит очень так неудобно на краю. Вертолетный двигатель! О май гарбл, только не падай, стой, только не падай. Нет.
Нет, он упал. Я надеюсь, он заново появится. Да, он появился заново, отлично. Так, что ж, приступим. Раздвигаем наши клешни. Надо действовать очень аккуратно. Очень прямо аккуратно. Черт подери. А так, цепляю. Есть захват. Поднимаем его. Ага. Есть контакт. Отъезжаем назад по-тихому. Тут еще долбанная горочка, которая нам мешает. Кажется, все получится. Все получится. Главное не паниковать. Есть! Шикардятина! Вертолетный двигатель 2.0. А то есть здесь еще и 1.0. Кажется, я опережаю события. Ну, как это обычно и бывает. Подожди, то есть я теперь могу собрать нормальное летное транспортное средство? Давай посмотрим. Вот он, летный двигатель. Написано, что верх и низ неподвижны. Что бы это могло означать? Ладно, давай, короче, поставим вертолетный двигатель сюда. И, собственно, посмотрим, как он работает. А работает он... Он работает вообще? Непонятно. Да, мы сделаем по-другому. Ну, как бы понятно, что двигатель без лопастей, он никуда не полетит. Да, точки крепления есть. У меня есть одна идейка. Давай мы сюда весло приделаем. А чем тебе не лопасть, а? Весло тоже, в принципе, кое-что может. Сейчас мы это опробуем. Вот так. Знаешь что, давай мы вот этот блок уберем и поставим сюда кабину. То есть, чтобы вертуха была над кабиной. Че, по-моему, вообще огонь. Осталось только придать вертолетную форму. Ну вот, собственно, и наш вертолетик. Вот такой вот миниатюрный. Очень классненький. Мне кажется, он должен полететь. Даже колес прибомбастил. По идее, они должны смягчать нашу посадку. А может, даже и ездить на них смогу. Хотя наверняка смогу, если двигатель влеплю. Так что давай сюда вот легонький такой двигатель сзади еще поставим. Вот. А также, очень много было комментариев о том, чтобы я сделал танк. Я думаю, что мы его сегодня с тобой соберем. Если ты ждал этого, то с тебя лайкос и, конечно же, комментос под видос. Ну, а мы начинаем тест нашего вертолета. Тест номер один. Запускаемся. Ну чё, как? Вертухи вроде работают, отлично. Ой-ой-ой-ой-ёшеньки. Интересно, мы поднимемся вниз? Ой-ё! Вот это дела. Вертушки вертятся, но поднимать вверх они нас не спешат. Получилась какая-то блювотная карусель. Что ж, как насчет того, чтобы убрать эти все-таки весла? Видимо, они нам затрудняют подъем. И поставим вместо них обычные блоки. Ну, я думаю, что с обычными блоками будет очень тяжело. И мы не поднимемся. Но попробовать стоит. Давай рискнем. Ой-о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 й-
Мы нифига не летим. Хьюстон, Хьюстон, мы тонем. Ох, хо-хо-хо. Да, с вертушкой, конечно, облом. Поплыли до острова, чё? Может, там лопасти есть? Приплыли на остров. И здесь я тебе хочу сказать, очень много обломков. Сразу же нас демонстрационно встречает один огроменный обломок на камне. Так, подожди, не падай. Дружочек, не падай. Кто ты? Что ты? Это же электромагнит! Ты посмотри на него! Спасибо, друзья! Спасибо за ваши комментарии с подсказкой, где найти этот магнит. Наконец-то я его нашел. Без вас я бы не управился. Остается только залезть наверх. Я думаю, нам здесь поможет наш маленький дрончик. Сейчас залетим наверх. Да, я в конец обленился. Даже не на большие расстояния, я предпочитаю взлетать. Ай-а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 й. Вот так вот. О, и кубик заодно упал. Отлично. Сейчас мы его при помощи муравья дотолкаем. И будет нам с тобой счастье. Просто обалденное счастье. Вот так вот. Доступен новый чертеж. Внедорожник. Тьфу ты. Да я эти чертежи ваши все в печку толкал. Сами как-нибудь разберемся без чертежей. Вот он, обломочек. Сейчас мы его тихонечко оттуда заберем. О, как раз такое опасное место. Посмотрим, как работает магнит. Ну-ка, притяни ко мне его. Ха, нифига не притягивается. Черт. Черт.
Давай. Тихо, тихо. Блин, ну нет же, он упал в море. Надо кое-что доделать. В принципе, по идее, теперь это должно работать таким макаром. Блок выезжает и забирает. Что ж, давай проверим, получится у нас это или нет. Подъезжаем максимально близко. Я думаю, вот так вот хватит. Иначе мы начнем скатываться. Мы уже скатываемся. Блин, надо чуть подальше ехать. Черт подери, как это все не круто. Очень опасный участок. Ладно, выдвигаем наш магнит. Черт, нам не хватит. Нам не хватит. Капецкий. Давай подъедем и врубаем его. Ой, промахнулись. Давай вот с этого ракурса. Значит, включаем магнит. Подъезжаем максимально близко. Есть! Есть контакт! Шикарно! Просто вот это кайф! Никакие щупальца, ничего не нужны. Магнит — это вообще вещь. Опупительная вещь. Ой-ой-ой-ой-ой, как меня разбалтывает с этим магнитом. Ты посмотри. Что ж творится, что происходит? Тихо, мы сейчас в воду упадем. Тихонечко. Рано я обрадовался. Нужно усовершенствовать держалку для магнита. После удачной нашей магнитной процедуры, предлагаю прямо на этом островке. Хотя нет, не на этом. Давай мы перелетим куда-нибудь, где есть пчелка. Сделаем танк. И попробуем эту пчелку подстрелить. По-моему, крутая идея. Я вижу пчелку. Надо аккуратненько приземлиться, чтобы она нас не запалила. А так. Мягкое приземление, неужели? Ну что, ты готов узреть мой новый мощный танк? Тогда смотри. Та-дам! И вон там тоже. Та-дам! Вдалеке. Вот такой вот танк. Спереди он похож, конечно, на жука. Не знаю, на какого жука он похож, но смотрится зачетно. В общем, вот такой вот маленький танк. Хотя, учитывая мой размер маленький, это огроменный танк для меня. Вот так вот он выглядит. У него два мощных двигателя огроменных. И, конечно же, пушка. Какой танк без пушки? Давай, короче, сядем. Гусениц, к сожалению, у меня нет, поэтому пришлось использовать колеса. Танк этот очень быстрый, очень маневренный. Просто капец какой мощный. Ты посмотри, как он крутится, это просто жесть. Короче, это высокотехнологический танк. Таких танков еще нигде нету. Че насчет пушки? Пушка у нас... Ой, рановато. Пушка у нас, конечно же, двигается. Вот так вот, смотри. Вверх, вниз она поднимается. Как хобот у слона. Ну и, конечно же, можно пулять. Захотел вот так вот, поднял и пульнул. Или прямо пульнул. Вниз, конечно же, я не буду пулять, потому что кто знает, что произойдет с моим танком. Но танк собран очень крепко. Ты посмотри, сколько у него брони. Я там сижу, вообще ничего не вижу. Наверное, у меня там сенсорные экранчики. Да нет, хотя видно что-то там. В общем, танк получился очень крутой. Так что предлагаю поехать и бомбануть пчелу. Я, к сожалению, не знаю, получится у меня ее бомбануть или нет. Надо попробовать пострелять вначале в скалу. Так, что ж, ладно, давай. Вот так вот я стреляю, это вот так. Приподнимем пушечку. Ой, это слишком высоко. Как бы мне в нее попасть? Ну давай просто попробуем пульнуть, посмотрим, что будет. Ну-ка, пчелка, ты готова? Оу, а еще ближе, а еще ближе. Кажется, я у нее монетку подстрелил, смотри-ка. Или я там просто кого-то убил? Погибать ты собираешься или нет? Может быть, я просто в нее... О, так я в нее попасть не могу. Просто физически попасть не могу. Все, мимо летит. Хопа! А нет, я в нее попал. Ну, короче, и пофиг. Ей на выстрелы вообще пофиг. Вот засранка, а. Эх. Танк, конечно, зачетный. Но, к сожалению, не пригодился пока. Короче, если тебе понравился мой танкос, не забываем, конечно же, про лайкос, если ты его еще не успел поставить. Ну и, конечно, подписочка, если ты еще не подписался. Ну, а мы продолжаем искать осколки. Короче, возвращаемся на островки. Хочу проверить, нет ли там обломков. Итак, к первому островку подлетаем. Смотрим, есть ли у него... Есть! На нем есть обломок. Давай посмотрим, что это. Контроллер плавучести. Что ж, чтобы его отсюда вытащить, нам нужно модифицировать наш дрончик. Вот так. У нас получилось 8 двигателей. Но это еще не все. Нам также понадобится магнит. Ах ты ж, блинский. На магнит нам не хватает одного энергоблока. Что ж, придется убрать по одному двигателю. Не знаю, хватит ли нам мощи, но попробовать стоит. Так, втыкаем наш магнит.
теперь ставим нашу конструкцию прямо под этот обломок. Ага. Магнитим все это дело. И теперь нам надо как-то грамотно взлететь. Тут как это сделать, я вообще не представляю. Что ж, поехали! Вот так вот, да, мы летим. Мы летим. Обалдеть, мы летим. Офигеть, я тащу на себе обломок. Я лечу, я не падаю. Капец, это, конечно, очень сложно. Капец, как сложно. Ай, мне бы еще один энергоблок. Давай, 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 тихо, падать нельзя. Я уже почти прилетел. Почти прилетели. Вот сюда нам нужно. Есть! Долетели. Все, отпускай. Отпускай. Фух. Это было потненько. Но мы справились. Вот если бы у нас был бы еще один энергоблок, мы бы смогли из жерла вулкана достать те мощные двигатели. Но, к сожалению, пока это невозможно. Ладненько. Полетели на другой островок. Оп, нам бы развернуться как-нибудь так хорошенечко. Есть, развернулись. Вот это я, конечно, виражу тут мучу. Вот там вот блок вижу. Вон он светится. Сейчас мы его тихонечко достанем. Оу, кажется, я пальму убился. Есть, прилетели. Фух. Как обычно, с мягкой посадкой меня. И где-то здесь я видел, видел. Среди пальм есть, да, есть обломочек. И что это? Большое весло. Ого, оно реально очень большое. Опачки, приземлились. Фух. Большое весло у нас теперь есть. Остался еще один островок с этой стороны. Вон тот маленький. Там есть небольшой обломочек. Ух ты, какой он здоровый, блинский. Кажется, я его отсюда не увезу. Так просто. Сейчас посмотрим. Опа. Ну да, это слишком огромный обломок. Придется воспользоваться амфибией. Штурвал! Обалдеть! Взял амфибию по чертежам, потому что свою прикольную я профукал. Надо будет потом новую амфибию сделать. Ладно, давай протестируем. Сможет ли эта амфибия увести вот этот кусок обломка? И я уже столкнулся с первой трудностью. Мы еле едем. А вторая трудность это в том, что, скорее всего, мы не останемся на плаву. Мы потонем к чертям. О, да. Мы почти потонули. У-у-у, как весело. Мы, собственно, потонули вместе с этим обломком. А, чё, чёрт. Короче, штурвал мне пока рановато доставать. Ух ты, какой там здоровый обломок. Обалдеть. И кажется, я опять теряю управление. Ну что ты будешь делать? Давай, 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 двигатели. Оставайте быстрее. Островок довольно высоко, поэтому сюда тяжеловато добраться. Но я думаю, что мы сейчас залетим туда. Ух, наконец-то я выровнялся. Сейчас есть большая вероятность приземлиться на этот остров. Есть! Фух. С мягкой посадочкой меня. Ну что, пойдем посмотрим, что там у нас за обломок. Заберем монеточки. А это чего? Волшебная какая-то фигня? Или мне проглючило? Большой иллюминатор! Для подлодки. Это нужно для подлодки. Так. Отсюда я боюсь, что я никак не утащу эту штуку. Я не знаю, конечно, получится у нас это сейчас или нет. Но попробовать стоит. Сейчас будет веселуха. Цепляемся. Ага, все. Мощи хватает. Ну, а теперь будет самое крутое. Помчали! О, нет, не смог. Не смог. Убился об стенку просто, капец как. Ух, но это было весело. Чертовски устал уже на этом квадрике летать. На нем реально очень тяжело. Я просто не представляю, как я на нем ранее летал. Поэтому перехожу на амфибию, которая не может элементарно вытащить из-за своей длины блок. Блин. Давай посмотрим, а этот блок я смогу увести на нашей амфибии. Так, вхожу в воду. Баланс. Баланс есть. А это что у нас за блочек такой? Ну-ка, давай посмотрим. Не смог я посмотреть. Сейчас мы за ним вернемся. Так, водолазный колокол у нас есть.
Доступен чертеж подлодка. Вау! Мы можем замутить подлодку! Капец! Сейчас мы ее сделаем обязательно. Я сперва достану еще вон тот вот блок. О, это энергоблок. Обалденно! Это получается, что я смогу сделать дрончик с 8 двигателями. Крутотень. Космический корабль завершен на 61%. Ну вот, мы доставили энергоблок. Настало время попробовать подлодку. Что же это такое? Значит, переходим в строительство. Блин, какая же она крутая и огромная. Ух. Че, давай посмотрим, на что она способна. Итак, вот она наша первая подлодка. Значит, вперед, назад. Это управление блоками, которые позволяют нам опускаться и подниматься, я так понял. А, вот. Вот так вот мы тонем, вот так вот мы всплываем. Нам блоки помогают. Также у нас спереди есть магнит. Вот он. Как раз для этой местности. И, в принципе, все. Управление, конечно, нестандартное. Ну, конечно же, это подводная лодка. Еще бы тут обычное управление было. Даю команду пойти ко дну. Чпиньк. Опускаемся. О, как это было резко. Как я курнул носом. Подожди, как мне изменить положение? А, вот оно как меняется положение, смотри. Если мы передние блоки надуваем, мы поднимаем нос вверх. Если заднюю, мы жопу поднимаем. А как нам балансировать между этим всем? Вот, кажется, я нашел баланс. Небольшой, но нашел. И мы... Блин, это очень сложно. Капец, как сложно контролировать всю эту штуку. Но в конечном итоге мы плывем под водой, ёкарный. Отчуметь можно. Вот, наконец-то мы плывем. Ух ты ж. Смотри, сколько там под водой-то всего есть. Обалдеть. Капец. Наверняка здесь еще тоже куча блоков всяких есть. Рыбки, скаты. Вон, я уже вижу, смотри, вон обломок валяется. Пойдем попробуем вытащить его. Или это монетка? Непонятно. Что-то... А, ну да, это монетка. Соберем сейчас. 100 монеток подобрали, отлично. Задний ход. Блин, на подводной лодке задний ход, прикольно. Смотри, там вот вижу пещерочку какую-то. Можно заплыть туда. Наверняка там есть какой-то обломочек. И да, он там есть, я его вижу. А еще мне кажется, что мы сюда навряд ли пролезем. Ничего не поломав. Хотя есть вариант. Но да, мы туда не залезем. Не залезем. Нужно миниатюрную подводную лодку делать. Пришло время посмотреть, как мы будем всплывать. Отдаю команду подняться с днища. Всплываем. Опачки. Поплыли. Давай немножечко газку придадим, чтобы побыстрее всплыть. Ну это, конечно, вообще шикарно. Просто чума. Воу, как я взлетел. Жесть. Ну вот и все. Сегодня был просто очушуенный денек. Я бы даже сказал, невероятный. И танк, и подлодка, и вертолет-карусель, который не смог подняться в воздух, но смог на плевоте на меня раскачать. Короче, если тебе нравится эта игруха, то с тебя лайкос, если ты еще не поставил за просмотр этого ролика, обязательно поставь и подпишись, если ты еще не подписан. А на сегодня все, я с тобой прощаюсь. Увидимся в новом видео. Пока!